Представляем вам долгожданную новинку от Rodot – оснастку Printy 4642. История оснасток для круглых печатей от Rodot насчитывает несколько поколений. Перед вами четвертое поколение Printy P4 4642. Предыдущее поколение вам также хорошо известно, а оснастка 4940 не сходит с прилавков магазинов штемпелепроизводителей уже более 20 лет. В чем же преимущество новой оснастки? Во-первых, это ее элегантность и красота. Она закрывается удобной красивой крышкой, имеющего тот же цвет, что и корпус оснастки. И как все оснастки Rodot, она позволяет носить ее без опасности испачкаться или пролить краску вовнутрь сумки или кармана. Кроме того, в сложенном положении оснастка занимает практически вдвое меньше места. Специальный выступ на крышке позволяет легко ее снимать. Если вы обратили внимание на изображение, делать это надо под небольшим углом, как бы на излом. Ушки на сменной подушке позволяют произвести замену штемпельной подушки, не касаясь места, где нанесена краска. Ваши руки всегда останутся чистыми и сухими. В отличие от процедуры смены подушек в других оснастках, вы касаетесь только специально отведенных мест. Там расположены углубления для вашего удобства, поэтому ваши руки всегда останутся чистыми и аккуратными. Вам не понадобятся резиновые перчатки. Кроме того, сменную подушку невозможно вытащить без предварительной фиксации штампа. Это позволяет не повредить клише, особенно если оно у вас многоцветное. В противном случае вы размажете краску или просто его сместите. Металлический стержень в основании текстовой пластины увеличивает прочность и надежность конструкции, а также исключает дребезг и люфт оттиска при касании клише бумаги. Оттиск получается ровным и четким. Резиновые ножки в основании позволяют ему не скользить. Кроме того, они обеспечивают бесшумность работы. Крышка обладает специальным выступом на корпусе, благодаря которому ее можно легко снять. Форма крышки позволяет установить ее в любом симметричном положении. Текстовая пластина размещена более высоко по сравнению с предыдущими моделями. Это позволяет наклеивать текстовое клише прямо на основании, не используя пинцет или другие инструменты, как бы забираясь вовнутрь оснастки. Все прямо перед вами. Оснастка устойчиво стоит в перевернутом положении. Она не шатается, не болтается, не переворачивается. Все это дает вам дополнительные преимущества и удобства в работе. При ежедневном использовании она очень легко и надежно располагается в руке. Специальные выступы по краям не дают ей скользить или смещаться. Передняя панель оснастки может быть покрыта двухслойной краской. Это позволяет штемпелепроизводителям гравировать ее и получать необходимый узор. Кроме того, она может быть поставлена со специальным пластиной, для которой может быть применена тампа-печать. Это позволит разместить ваш логотип или другую информацию. Все это будет доступно со второй половины 2014 года. Как мы уже говорили, оснастка обладает новым уникальным переключательным фиксатором. В отличие от всех других предыдущих моделей, в которых их было два, и которые могли сработать от нечаянного нажатия на корпус оснастки и раскрыть ее, в данном случае это просто невозможно. Оснастка фиксируется всего одним пальцем. Для удобства пользователя по краям этого фиксатора расположены значки «Открытый замочек» и «Закрытый замочек», что позволяет ориентироваться, в каком состоянии находится оснастка. Как мы уже говорили, текстовая пластина нашей оснастки расположена на одном уровне, но кроме того, она еще обладает диаметром 42 мм. В отличие от предыдущих оснасток, это не заставляет вас более плотно и компактно размещать клише на основании текстовой пластины. Теперь у вас есть зазор 2 мм, который позволит легко и просто установить клише диаметра 40 мм в основной печати. Вам не надо точно целиться,
отрывая и переклеивая клише снова и снова. Вы все делаете одним движением. Специальные направляющие на основании показывают, где должна располагаться верхняя часть клише. Это также сэкономит вам время и ускорит вашу работу. Двухсторонний самоклеющийся демпферный слой уже приклеен производителем на основание пластины, что также экономит вам время и не даст пузырькам воздуха при неаккуратном расположении помешать качественному оттиску. Как и все поколение Printi P4, новая оснастка изготовлена из переработанного пластика. Это позволяет сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 49%. Остальные проценты компания Trodat убирает, используя программу защиты окружающей среды. В целом, все оснастки серии Eco изготовлены с нулевым выбросом углекислоты в атмосферу. Как и любой качественный продукт, здесь предусмотрена специальная защита. Если использовать ультрафиолетовую лампочку, то можно увидеть, что передняя часть из AMD пластика обладает специальным скрытым изображением, которое становится видимым в ультрафиолетовых лучах. Здесь написана оригинальная оснастка, что подтверждает подлинность этого товара. Кроме того, это покрытие предохраняет оснастку от царапин и не дает оставляться отпечатком пальцев. Все оснастки Printi P4 изготовлены в новом, едином, уникальном дизайне, который позволяет хранить их в сложенном состоянии, экономя до 50% места. Все они обладают единым и неповторимым видом, который навсегда вам запомнится и, надеемся, понравится. Цветовые решения. Сегодня на складе доступны 4 цветовых решения. Это черный, серый, красный и синий цвета. Со второй половины 2014 года, примерно с середины лета, будут доступны дополнительные цвета оснасток, в том числе и со специальными пластинами для тампопечати или лазерной гравировки. Их количество будет определяться вашими потребностями. Сменная подушка у новой оснастки имеет тот же индекс, что и практически все старые модели. Сначала идет цифра 6, потом дробь и потом код оснастки. Она доступна в 5 базовых цветах – синим, фиолетовым, красным, зеленым и черным. Также предоставляется неокрашенная подушка. Специально будет поставляться подушка для двухцветных печатей круглого формата. Она будет как заправленной синей и красной краской, так и незаправленная. Хотим напомнить и обратить ваше внимание, что ни одна из существующих подушек к новой оснастке не подходит. Спасибо за внимание.